Дорогие друзья, товарищи и просто подглядывающие, мне хотелось бы с вами поговорить на очень серьезную тему. В это непростое время для всех, для нас, как-то обостряются чувства. Слова, какой-то улавливается подтексты между строчи. За некоторый короткий период времени отписались от меня человек 7 вроде бы. Но я ошибка не веду статистику, ну так, заметила. Некоторое удаление меня из друзей. Замечу, что ни одна моя четкая позиция о происходящем не была высказана. Ну, усматривают люди в моих словах какие-то завуалированные линии, которые себе додумывают. Так вот, мы разговариваем на очень серьезные темы. Я очень серьезный человек. Кто не в курсе, мне 47 лет. Я очень серьезная дама. Так вот, очень серьезная дама, в своем почти пенсионном возрасте, не говорит, не контролирует свои слова. Единственное, что я сказала, не нравится. Пиздуй. Вот. Заметь, не было сказано, но разговоры мы в местном чате моего города. Я на протяжении всей деятельности, которую веду, это не вчера и не позавчера, это с 97 года, никогда не сравнивала никакие ситуации с политическими какими-то происшествиями. В общем, я абстрагировалась. Я живу и делаю то, что хочу делать. По крайней мере, я стараюсь делать то, что я хочу делать. Высказывания некоторых дам о моей нецензурной брани, которую я не скрываю, и парирую тем, что я говорю, что помимо того, что я еще ругаюсь матом, я достаточно читающий был ребенок у своих родителей. Вот, что помимо нецензурных слов я знаю еще и наизусть некоторых классиков. Вот. Ну. Дамочки голубых кровей, в кавычках, чаще всего накидывают на себя такую вот атмосферу чистоты и девственности, понимаете? Лучше пусть я буду грязная, непорядочная дама, ругающаяся матом, чем та дама, которая кусочек хлеба двумя пальчиками держит при людях. У меня есть такое высказывание. А где-то на задворках двумя руками. И кому непонятно, мне абсолютно наплевать на всех, кто что обо мне думает. Вот, я делаю свою работу, которую я люблю, и люди это чувствуют. Я еще раз хочу сказать, я не в политике, у меня своя атмосфера. Если вы здесь, вам что-то не нравится, ехайте, пожалуйста, ехайте. Не надо мне ничего писать. Не надо быть цензором моей жизни, моих высказываний и цензором моих каких-то словес вам на уши давящих. Ехайте отсюда. Я серьезно говорю. Страницу закрывать смысла нет. Ну, таких людей я очень много в жизни встречала и продолжаю встречать. У меня есть уже иммунитет на вас. На вас, на всех, на тех, кто порядочный, кто говорит одно, а по факту другое. Когда коснись какое-то действие, надо воплотить в жизнь и показать, какой ты истинный человек. Найдется 2000 причин, которые не дадут воплотить это в жизнь. Что говорится на словах. Поэтому я говорю вам прощайте, потому что здесь не нравится.